Привет всем, мы сегодня готовим медальоны в соусе. Включаем плиту на 4, четвертая штуфа. Один раз нажимаем на правую кнопку и нагреваем до программы мяса. Сигнал. Аудиотерм убираем. Крышку открываем. И обжариваем медальон. Это вырезка. Мы обвернули в сало, в бекон. Переворачиваем на вторую сторону медальоны. Красивая золотистая корочка получилась. Несколько минут пожарим со второй стороны. Выкладываем медальоны на тарелку. Выкладываем морковь и лук и немножечко обжариваем. Немножко посолим и поперчим. Можно, конечно, добавить немножко масла, но мы обжариваем лук и морковь без масла. Мы наливаем соус в воду. Это у нас кетчуп острый с чили. Размешиваем. И в соус выкладываем обжаренные медальоны в шинкине. Берем крышку Easy Quick, закрываем, прижимаем. Плиту переключаем на А. Два раза нажимаем на правую кнопку и выставляем программу пар 10 минут. Сигнал, выключаем плиту на 0, аудиотерм убираем, выключаем. И даем минут 5-10 постоять на выключенной плите. Открываем крышку. Готово. Выкладываем на тарелку и можно сервировать с гарниром, какой вы любите. Такие вкусные, сочные, золотистые медальоны в соусе получились.